Минобороны Украины заказала разработку корабельной версии ракеты Р-360 комплекса «Нептун» для надводных кораблей ВМС Вооруженных сил Украины. Сейчас проходят опытно-конструкторские работы по этой теме. На финансирование разработки корабельной версии ракеты Р-360 комплекса «Нептун», а также другие опытно-конструкторские разработки, среди которых комплекс «Альха» и самоходная артиллерийская установка «Богдана», предусмотрено 5% объема финансирования государственного оборонного заказа на 2021 год из общей суммы в 22,5 миллиарда гривен. Также напомним, что в декабре 2020 года Министерство обороны Украины и КБ «Луч» подготовили соглашение на разработку авиационной версии ракеты Р-360 комплекса «Нептун» для авиации воздушных сил ВСУ. Перспективными носителями нового ракетного оружия называют фронтовые бомбардировщики Су-24М. Этот тип самолетов выбран не случайно, поскольку кроме носителя его системы могут обеспечить целеуказание. Комплекс «Нептун» — это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, который предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. В конце 2020 года Министерство обороны Украины заключило контракт на производство первого серийного дивизиона комплекса. Сейчас в составе одной из частей ВМС Украины происходит опытная эксплуатация этого отечественного берегового комплекса. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.